Андрей Маков занимается спортом со второго класса. В бокс Андрея привел папа. Было время, когда молодой человек брал паузу и откладывал в сторону боксерские перчатки. Но, несмотря ни на что, снова возвращался в зал. Потому что, как сказал Андрей, бокс стал частью его жизни. В секции бокса при СРФТИ студент не только посещает тренировки, но и выступает помощником тренера. Если нужно, помощник, он заменяет тренера. То есть, если Леонид Владимирович куда-то не может, отлучился, то есть я могу провести тренировку за него. На соревнованиях где-то я могу сказать ребятам, помочь им тоже в ВВУ, как секундант. Вот, подготовить их перед боем, настроить. То есть вот такие задачи. В этом году Саровский физико-технический институт и спортивная школа Олимпийского резерва по боксу имени Олега Маскаева заключили соглашение о сотрудничестве. Это стало толчком для развития бокса при институте, дало возможность привлечь в спортивный зал новых ребят. Также благодаря сотрудничеству студенты могут работать с тренером спортивной школы Олимпийского резерва по боксу Леонидом Владимировичем Тужилиным. Ну, студентам нравится заниматься, они взрослые, они такие вдумчивые, понимают. Я понимаю, что из них чемпионов там не вырастет, потому что они уже взрослые, и надо начинать чемпионов расти с маленького возраста. Вот. Но я думаю, что это не самое главное чемпионство. Самое главное, наверное, в наше время – это растить патриотов. Вот. А патриоты рождаются вот в таких коллективах. Секция бокса при СРФТИ существует давно, но недавно зал бокса переехал в новое общежитие института. Здесь Леонид Тужилин оборудовал помещение своими руками. И все это для того, чтобы поддерживать и развивать студенческий спорт. В начале месяца воспитанники тренера участвовали в открытых матчевых встречах по боксу в поселке Вознесенское. В секции бокса занимаются и несколько девушек. Пришла я в секцию в начале учебного года, то есть я хожу сюда с сентября. Пришла, потому что видела у нас ВКонтакте объявление и решила себя попробовать в этом. Было очень страшно, но я переборола этот страх. Наверное, ради этого я пришла, чтобы уметь перебарывать себя, так скажем. В секции бокса могут заниматься все студенты СРФТИ и других учебных заведений. Тренировки проходят по понедельникам, средам и пятницам в 18 часов в новом общежитии института по адресу улица Чкалова, 57. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.